Сестричка Паузи, одно тропическое лакомство с собой. Далее, три банана ягодных бума. Сейчас вернусь. Мои бананы! Ладно, значит, все это видели. Поверите, что со мной сегодня произошло. Ты эпично облажалась перед толпой покупателей и приземлилась в большую кучу бананов? Ты сейчас в тренде! Все только об этом и говорят. Вот это я называю неловко. Давайте посмотрим еще раз. Нет! Мои бананы! Мои бананы! Сани, Сани, зажигай! Мои бананы! Хуже быть не может! А, я повсюду! Я должна быть ликорным защитником единства пони, но теперь я посмешище! Эй, такое случается постоянно. Поверь мне, через пару часов они уже все забудут. Солнышко зашло, верно? Мои бананы! Да! Что, подскользнулись? Время бананового пюре! Мои бананы! Подскользнулась на кожуре? Саня, а как же фургончик со смузи? Я ни за что не выйду отсюда. Мне так стыдно. Ну уже, это не конец света. Эй, ведь уже никто и не помнит тот раз, когда я пытался арестовать малыша Единота. Бежать некуда, Единот! Пора! Эй, а это часом не ты тот коп, Единот? А ну вон! Ладно, плохой пример. Просто вернись и ничему не возмутись. Или облик смени и жизнь новую начни. Мне помогло! Нет, безнадежно. Видимо, мне придется сидеть здесь в вечность. Ладно, ребята, предоставьте это мне. Сани. Взгляни на это. Это видео называется «Топ-10 самых эпичных провалов принцессы Пипс». У него 13 миллиардов просмотров. Видишь, тебе нужно принять свои провалы. Если правильно обыграть, их будут помнить месяцами. Слушай, когда жизнь дает лимоны, делай лимонад. А когда жизнь дает бананы, делай банановый смузи. Точно! Предоставь это мне. Вы знаете ее по видео. Вы знаете ее по мемам. Вы знаете ее по зажигательному танцевальному ремиксу. И если вам нравятся мои бананы... Мои бананы! То вам понравится ее упси-дупси банановый смузи. Ну-ка, все вместе поприветствуем Сани! Сани, подпиши мой банан! Хочу 18 смузи! Похоже, все оказалось не так уж ужасно в конце концов. Спасибо, Пип. А не за что. Рада помочь. Переведено и озвучено командой The Doctor Team в 2022 году.